Добрый день, с вами Владимир Свержин. Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Итак, программа «Однажды». Все мы неоднократно слышали выражение «желтая пресса». Однако, мало кто знает, откуда оно пошло. В конце 19 века в Нью-Йорке появилось два издания New York World и New York Journal, которые сделали ставку на эмоциональное освещение событий и на сенсации. Кроме того, в 1895 году в этих газетах начали печататься едкие комментарии и комиксы, основным действующим лицом которых был мальчик в большой желтой рубахе. Именно поэтому данные издания всеми остальными начали называться «желтыми газетами». Отсюда пошло выражение «желтая пресса».